Всем привет, добрый вечер. Сходила в магазин, в подружку. Хочу вам показать, что я купила. Нормального обзора не получится, но показать все-таки постараюсь. Подружки, что я купила? Прокладки ежедневки, потом купила вот такую тушь водостойкую, по-моему, это L'Oréal Paradise Aesthetic. Так, сейчас мы ее еще вот такую тушь купила обычную, но про которую увеличиваю еще, как она, объем, volume, million lashes. Вот такая L'Oréal тушь. Я говорила вам, что такую куплю фиолетовую с золотыми буковками. У меня такая была классная тушь, кстати. Потом я купила такие тени фиолетовые. И сиреневые. Так, потом я купила вот такую пудру из цветные разноцветные шарики, из разноцветных шариков. Такая пудра. Ну, я просто очень давно такую хотела, но решила, что мечты должны сбываться. Хотя мне пудра не нужна была, у меня пудра есть, но мне вот захотелось, я купила. Потом я купила вот такой японский крем антивозрастной от морщин. Я не буду говорить, сколько он стоит, но на него была скидка 300 рублей, поэтому я взяла. Там еще были корейские крема, но я решила вот такой японский попробовать. Сказали, что очень быстро разбирают, очень быстро заканчивается, поэтому я взяла. Так, сейчас мы посмотрим водостойкую тушь L'Oréal. Достанем. Я водостойку купила, знаете, для чего? Потому что вот сейчас начнется, снег пойдет. Но если сильно снегопад, ходить вот, ну, кино там накрасится. Но бывает такое, что сильно снегопад, а тебе надо там куда-то вот в кино сходить. Простой тушью накрасишься, она размажется. А это вот водостойка. В общем, как всегда, мне дали еще вот такую книжечку, рекламку на декабрь. На январь еще нет, в конце месяца будет реклама. Журнал «Подружка» декабрьский мне подарили. Потом я еще, потом, так как я купила две туши L'Oréal, мне подарили вот такой блеск для губ L'Oréal. Ну, сказали, выбирай, что хочешь. Третья вещь. Подарок. Я выбрала вот такой блеск для губ, такой розово-сиреневый с блестками, в принципе, красивый. Долго выбирала, хотела помаду взять. Но у меня не очень такой хороший опыт с лореалевскими помадами. Они, во-первых, пахнут неприятно. Какие-то как прогорклые, как будто старые. Вот решила не рисковать, взяла блеск. Кстати, очень даже неплохой блеск. Попробуем. Вот видите, сколько набрала. А еще мне дали лотерейный билет, и я опять кое-что выиграла. Там, короче, можно было выбрать разную. Я, короче, выбрала косметичку. Такую большую коробочку косметичку. У меня косметики уже много набралось. И я вот в эту косметичку все сложу. Чтобы у меня, во-первых, большой косметички нет. Я решила, там можно было на выбор взять, короче,
короче, можно было взять маску. Короче, маска для глаз. Вот то, что ну, спать, закрываться. Одевать маску там, ну, где? В поезде, там, в самолете. Знаете, что написано? Смотрите, что написано на этой косметичке. Я хочу много косметики, я не хочу ничего решать. Ну, примерно так оно и есть. Нет, такая прикольная косметичка. Такого же цвета вот эта маска была для глаз. Потом еще можно было выбрать ежедневник в такой же розовой обложке. Книжечка. Что-то еще там было, но я решила, что лучше взять косметичку, все это барахло сюда сложить. Я хочу много косметики, я не хочу ничего решать. Классная надпись. Да, это должно стать моим девизом по жизни. Ой, прикольно, хоть настроение мне подняли. Ну вот видите, сходила, на сколько я накупила? Ну, где-то на 2000. Это уже со скидкой. Значит, на самом деле на 2500 где-то. Еще видите, бесплатно дали журнальчик почитать. Ну, вот этот вот рекламу, рекламный журнал «Подружка» на декабрь. Я еще полистаю, посмотрю, там, может, еще что просмотрю. Видите, блеск для губ какой красивый мне бесплатно дали. И еще даже целую косметичку. А тут Филимон пришел. Вот. Сейчас я в эту косметичку все и сложу. Все послаживаю. Хотя крем, наверное, должен в холодильнике храниться. Все остальное покидаю в косметичку. Так. Сейчас мне опять там понапишут, что про краски показываешь. А что такого? Нужная вещь, ежедневки. Хорошо, что такими пользуюсь, а не... Не какими-то там памперсами, трусами. Тьфу-тьфу-тьфу. Слава богу, хоть здоровье пока нормальное. Так что у меня все хорошо, ребятушки. Так, крем я положу в холодильник. Сейчас откроем крем. У меня тут на столе еще Филимон сидит. Филя, что тебе надо? Сейчас откроем крем, посмотрим японский. Так. Ой. Ну, пахнет непонятно как. Вот такой. Я по-японски не умею читать, по-китайски. Но вот такой крем. Внутри обычный такой беленький крем. Но буду мазаться. Антивозрастной. Буду, может быть, дома. Раз в день буду мазаться. Может быть, вечером. Тут, по идее... В основном все по-китайски написано, но вроде бы вот тут есть и по-русски. Наверное, тогда не надо выбрасывать. Короче, оставлю. Я же без очков-то ничего не вижу. Короче, надо надеть очки и почитать. Попробую почитать. Интересно, тут я смогу что-нибудь прочитать. Но что-то вот на русском вроде есть. Правда, не совсем понятно. Ну, в общем, мелко очень не вижу. То ли на русском, то ли на английском. Но на каком-то языке есть. Явно не на китайском, не на японском. Ладно. Сейчас очки принесу, почитаю. Пусть пока лежит. Все. Так, крем, наверное, лучше в холодильнике хранить. Я купила пирожки с картошкой и с капустой. Сейчас вы меня будете ругать. У меня такая диета. Ну, знаете, давно не ела пирожков, так захотелось. Ой, как вкусно пахнет. Сейчас я себе налью чайку. Косметичку в комнату, прокладки в ванную, книжечку я почитаю, рекламку почитаю,
пакетик, сумку на всякий случай. Вот, а теперь я буду... Теперь надо определиться, где у меня будет храниться косметичка. Переложу всю большую косметичку, маленькую уже не помещается. В общем, я еще купила... Вы меня сейчас повесите. Я еще 4 кофточки купила. Так, сейчас я вам быстренько покажу их, наверное, хотя бы какого цвета они. Короче. Одна вот такая бледно-розовая. Вторая такая вот зеленого бирюзового цвета. Третья такая же, точно такая же, только вишневая, бордовая какая-то. Вот это вот, которая зеленая и вишневая, вот эти две, они длинные, как туники. Их можно носить с леггинсами. И еще одна. Просто темно-синяя. Это на работу носить. Все. Вот это вот темно-синяя и розовая, это для работы. А вот эти две тунички, это с леггинсами носить. Можно дома, можно под пальто с леггинсами. Но я, скорее всего, дома буду их носить, когда прохладненько. Или вот так с леггинсами. Можно с леггинсами одеть, накинуть курточку, в магазин сбегать. Можно дома, там, когда гости пришли, с леггинсами, леггинсы одела, надела и вот эту кофточку, и нормально. Короче, все, показала все, что купила. В общем, налетайте. В общем, налетайте, обсирайте меня. Особенно за эти кофточки по 350 рублей. Я не знаю, с какого они материала и почему такие смешные цены. Сейчас я посмотрю, из чего они сделаны хотя бы. Ну как вот не купить за 350 рублей такую кофточку? 80% хлопок, 15%. Ну, в общем, остальное синтетика, полиэстер и район какой-то. В общем, ребята, не удержалась. Когда я вижу нормальную вещь за такие смешные цены, я не могу мимо пройти. Тем более мне на работу нужно было две кофточки, розовую и синюю. В общем, всем пока-пока, обсирайте меня дальше.